В детском саду «Белоснежка» продолжается капитальный ремонт. В настоящий момент рабочие производят монтаж фасада. Практически полностью завершены демонтажные работы фасада. И сейчас уже начнут монтировать под систему утеплитель, далее уже металлокассеты. Вообще монтаж фасада у нас по договору конец июня текущего года, с учетом устранения всех замечаний. В самом здании уже заменили окна, системы электроснабжения, отопления и вентиляции. В настоящий момент рабочие занимаются внутренней отделкой помещений. Ремонт в учреждении на постоянном контроле главы города. Вот и сегодня Андрей Гаранин со специальной комиссией осматривает то, что уже сделано. Мне кажется, вот отсюда тянет. Это новая дверь? Да. Тут помещение ниже температуры, чем вот в тех других помещениях. Здесь холодно. Осматривает абсолютно все, ведь детский сад «Белоснежка» уже к сентябрю станет первым комбинированным учреждением в городе. После капитального ремонта в здание переедет начальная школа. С учетом того, что здесь будет детский сад и школа, тут, конечно, требования по оборудованию, особенно спортивных площадок, меняются. И с учетом тех решений, которые приняты здесь по ремонтным работам, это здесь все появится. Огромная благодарность нашему губернатору, то, что поддержал нужный для территории микрорайона Пурпе-1 этот проект, и я думаю, что этот образовательный эксперимент, он однозначно будет удачным и плодотворно отразится на качестве образования наших детей. Напомним, зданию детского сада более 40 лет. За это время учреждение ни разу капитально не ремонтировали. Поэтому сейчас здесь делают все и сразу. Большую переделку планируют завершить летом, чтобы в сентябре родители привели своих детей в первое комбинированное учреждение, пережившее второе рождение. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.